путешествие по Европе, отдых в Крыму, а может, полет в космос? Уже ни для кого не удивление, что совсем скоро мы все будем путешествовать в космос. Но что же такое там посмотреть? Однозначно, самой невероятной и интересной покажется поездка в черную дыру. Итак, представьте, что вы купили билет по маршруту «Умный лагерь. Черная дыра» в одну сторону. Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым астронавтам и не забывайте свои скафандры. Поехали! Если у нас путешествие на Айкент, то, наверное, в самую ближайшую от Земли черную дыру. Она находится в галактике Млечный Путь в созвездии Единорога, в 3000 световых лет от нашей планеты. Что такое световой год? Световой год – это расстояние, которое может свет преодолеть за один календарный год, что равно примерно 10 триллионам километров. Ну а если мы собрались на все летние каникулы, мы можем отправиться в самую дальнюю от нас черную дыру. Этот квазар находится в 13 миллиардах световых лет от Земли. Все в этом мире не вечно, даже звезды на небе. Когда баланс сил нарушается, то звезда начинает коллапсировать. Весь этот процесс сопровождается выделением огромного количества энергии в виде взрыва. Если звезда имела достаточно большую массу, то на месте взрыва остается черная дыра. Так, и что же нас ждет в нашем пункте назначения? Если мы посмотрим на черную дыру, то сможем увидеть ее только границу, которая называется горизонтом событий. А что же внутри? У науки нет однозначного ответа на этот вопрос. Однако математика говорит нам о том, что в центре черной дыры находится сингулярность. Из-за сильного гравитационного действия черная дыра может исказить пространство-время в ближнем соседстве. Чем ближе вы к черной дыре, тем медленнее проходит время. Вот мы и перенеслись, пускай и ненадолго, в центр черной дыры. Но стоит помнить, что черные дыры – огромный пласт неизвестности. Стоит 100 раз подумать перед тем, как планировать такое путешествие.